Всім привіт, це проект Альфа. Мене звуть Микола Фельдман. Сьогодні у нас дискусія з військовими на тему БПЛА, виробництва БПЛА, те, що відбувається в Збройних силах безпосередньо. У нас на зв'язку 60-та бригада, 97-й окремий моторизований батальйон. Привіт, хлопці. Привіт всім. Бажаємо. Так, бажаю здоров'я. Я представлю учасників цієї дискусії. Юрій Суханов зверху, в принципі, є організатором цієї дискусії. Ми на Фейсбуці дружимо, спілкуємось час від часу. Привіт, Юрій, ще раз. Олексій Лінник – це керівник БПЛА та взводу БПЛА цього батальйону. Правильно? Так, і Олег, який є напозивний конструктор, ми його назвали, тому що він каже, що не хоче деанонімізуватися. Ще раз привіт, вітаю всіх. Давайте проговоримо порядок денний. Юрій, тобі слово. Змодеруй, як ти бачиш початок цієї дискусії? Ну, як я бачу, ну, згідно з статтею Залужного, нашого головнокомандувача, він там чітко вказав, що фактором перемоги цієї війни має бути технологічний якийсь прорив, інакше ми знаходимося в, ну, в стратегічному тупіку і з того, і з іншого, і з нашого боку. Тобто, і зараз ми будемо розмовляти про долю вітчизняного виробництва, як це все, як це все відбувається непосередньо от, в віддільних малих производствах, в віддільних малих ініціативних групах і от непосередньо в нашій, які ми имеем отношения, Алексей, Олег, то есть когда мы, когда я искал, мы, у медиков был запрос, у нас был интерес для того, чтобы воспользоваться наземными БПЛА, мы начали искать и наткнулись, что у нас в батальоне, в общем-то, это все, ну, эта тема поднималась, люди вкладывали мысли, деньги, находили дистов, вот Олега непосредственно, делали уже прототипы этого, но сталкивались с разного рода проблемами, и в данный момент все находится на стадии почти завершенного прототипа. Uh-huh. Да, и я бы хотел, чтобы, ну, помимо этого, нужен очень важным, мне лично кажется, создать некоторый социальный запрос, как бы для вообще того, чтобы поднимать тему на кухнях, в конкретных бюро, для того, чтобы люди хотели, говорили, и специалисты шли к нам, потому что мы сейчас очень нуждаемся в компетентных людях. Вот, в общем-то, примерная рамка, как бы, моего запроса нашего. Супер. Я так понимаю, производство организовано прямо в батальоне, правильно? Ну, Олег – это волонтер, который этим непосредственно занимается. Вот Олег, наверное, подробнее расскажет про взаимодействие. Давайте, Олег, вам слово. Перебиваем друг друга. Еще раз, у нас формат брейнсторма, то есть не стесняйтесь, пожалуйста, коллеги. Да. Да. Хорошо, я тогда... Как вы с нашим батальоном? Расскажите просто, ну вот, как вы познакомились с Алексеем, как вам пришла идея сделать ваш прототип? Я вам бросал ссылку, да, может, когда-то покажем даже видео, как он ездит, как он практически работает, как в нем уже есть турель. Как вы к этому пришли и какие у вас сейчас, с чем вы столкнулись в поле? Да, хорошо. Значит, вкратце, с самого начала, как и адекватные люди после событий, известных 22 года, у нас небольшая группа конструкторская, начали искать, каким образом быть полезными в этой ситуации. А сначала все начиналось с наших товарищей в Америке, они отправляли дроны, здесь нужны были люди, которые могут адекватно с этими дронами общаться. Таким образом, через знакомых мы вышли на Алексея. Сначала был там коротенький такой у нас эпизод, мы занимались дронами, потом делали подвесы на эти дроны, сконструировали. После этого искали, скажем так, более серьезную тему для применения. И от Алексея пришел запрос, можем ли мы сделать
машину для разминирования. На тот момент была очевидно актуальна эта тема. Алексей достал где-то прототип, не знаю где. Мы приехали с ним, ознакомились. Изначально ставилась задача сделать именно машину для разминирования. Но поскольку машина для разминирования – это достаточно узкая такая специализация, мы решили сделать ее более универсальной. Начали с создания платформы. По мере того, как мы занимались платформой, обсуждались разные идеи, разные варианты, в конечном итоге наиболее востребованной на тот момент, когда мы уже сделали тележку, скажем так, на гусеницах, она уже начала дышать и ездить, стал запрос об установке на нее оружия, причем оружие не ПКМ или ПКТ, не мелкокалиберного, а именно крупнокалиберного. Соответственно, схема тележки была выбрана жесткая для того, чтобы держать эту там отдачу. И после этого мы уже начали работать непосредственно с вариантом турели. Поскольку платформа была создана и она могла функционировать отдельно от турели, соответственно, прорабатывался вариант транспортной либо эвакуационной платформы. Собственно, и все это то, откуда взялась идея и каким образом мы, откуда мы получили запрос и тактико-технические данные. Все это обсуждалось с нашими партнерами. После того, как это начало дышать уже вместе с турелью, вместе с ними выезжали на полигоны, набивали шишек, приезжали, дорабатывали, опять выезжали. После того, как стало понятно, что идея сама жизнеспособная и изделие логического завершения адекватного, после этого мы сделали сайт, после этого мы стали, скажем так, вышли в свет наши изделия показывать. При этом, я еще раз повторюсь, хотя уже это было сказано, это первый опытный образец, где испытывается вообще все. То есть мы первый раз вообще занялись изготовлением подобного типа, несмотря на то, что, в принципе, все инженеры, все связанные с машиностроением, изучали очень много информации по этому поводу, контактировали с другими группами, пытались, по крайней мере, которые занимались подобными изделиями. Училась своя, пока до сих пор я, по крайней мере, не видел вот схема такая, как у нас. Не могу сказать, лучше она или хуже, потому что все покажут испытания в реальных условиях. И у нас было два варианта. Либо заниматься доработкой нашего образца, который достаточно сырой, но не может быть первый опытный образец, он не может быть априори хорошим, боевым, сразу в работу. Так не бывает. Мы люди, не первый год занимающиеся механикой и конструкцией, это прекрасно понимали. Дальше у нас вариант либо дорабатывать этот опытный образец, либо заниматься бумаготворчеством, созданием всех этих протоколов и прочее, для того, чтобы получить утримание дозволу и потом, возможно, получить контракт от Минобороны. Мы не можем пока выходить, опять же, на уровень контракта от Минобороны, потому что у нас не законченный опытный образец. У нас тут своего рода получился замкнутый круг. Нам сначала нужно довести вот этот наш образец до более-менее внятного, который мы можем отдать на испытания в реальных условиях, чтобы он поработал на передке. После этого мы уже можем его масштабировать и проходить вот эти все получения дозволов. То есть мы вот утримание дозволу пока отставили в сторону. То есть мы не сможем пока получать официально контрактов от Минобороны. Это я просто к чему. В одном экземпляре вы должны доработать опытный образец, правильно понимаю, или как? Но сейчас вот мы получили грант, то есть мы можем сделать на деньги гранта, мы можем сделать два образца, которые мы планируем отдать в реальные условия. По боевому применению, по применению в бригадах. Алексей, как оно происходило, что можно сказать про изделия, которые есть, про турель?
Ну, в принципе, я мало могу сказать, как это происходило, потому что это сейчас только у нас внедряется. Но актуальные потребности боевых подразделений, в первую очередь, это как поднимался вопрос именно медевака, потому что вот в случае наката на точку какую-то укрепленную, где сидит, например, силами до отделения до 10 там, человек, бойцов, в случае, когда один тяжелый 300, его необходимо максимально быстро эвакуировать, для этой эвакуации дополнительно привлекается еще минимум 4 бойца. Ну, то есть огневая точка теряет половину своей огневой мощи. Для того, чтобы этого не допустить, соответственно, максимально будет лучше, если этой эвакуацией будет заниматься какая-то машина, которой будет управлять отдельный оператор, сидящий далеко в безопасности, который не находится под огнем, которому не нужно думать о том, как спасти свою жизнь, либо поберечься, а будет заниматься спокойно своей работой. Следующий этап. Вот в данный момент у изделия Олега, как раз таки именно роботизированной платформы с турелью, боезапас 60 снарядов. Это много либо мало, каждый может считать по-своему, но вот для неискушенного зрителя могу сказать, что 60 снарядов калибра 12,7 мм, это можно полноценно отбить вражеский накат бронетехники, потому что даже десяток таких боеприпасов бронебойных спокойно прошивают легкобронированную технику. А с учетом того, что как раз-таки враг в основном накаты производит на БМП, на коробочках, на БТРах, на которых сидит пехота, то быть такая платформа турелью, с турелью в нужном месте в нужное время, она даже с таким БК способна полностью остановить вражеское наступление. А дальше откат на перезарядку, возвращение на позиции и новое боевое дежурство. То есть это мы сейчас рассмотрели первое ЭВАК, второе вопрос с турелью. А еще вот то, что мы изначально поднимали вопросы и начали сотрудничество с Олегом, это вопрос о разминировании, что тоже, кстати, очень актуально и было особенно актуально во время нашего контрнаступления летом. Угу. Ну, я так понимаю, то испытание турели, как бы оно себя показало эффективно, то есть вы наблюдали, как поражается цель и поражается точно на расстоянии... Лично видел на полутора километрах, как поражалось транспортное средство. То есть, снова таки же, как бы наземные станции комплектуются, да, этой турелью. Человек может, как бы получив турель из блиндажа, выпустить ее, условно говоря, да, как бы при соответствующем техническом обеспечении, то есть где-то размещается рядом наземная станция в зоне видимости, которая чем выше размещена, тем больше помогает, позволяет управлять ей на большее расстояние. Как бы дальше уже можно и руководить или там из блиндажа, или как бы из второй линии. Не обязательно быть вблизи. Вот мы сейчас использовали FPV-дроны. Сами пилоты находились в 6-7 километрах от передовой линии, а запускающие дронов были в двух. И вот за счет того, что наземная станция управления имела прямую радиовидимость полностью на всю долину, и, соответственно, была возможность запускать эти дроны вблизи, их связывать с этой станцией, и успешно поражать противника вплоть до уровня земли, уже там, где это необходимо. Это первый вариант. Второй вариант – это использование ретрансляторов, даже если вот в местах, где рельеф не позволяет, те же самые посадки, холмы, может, сильные перепады высот. Если располагать наземную станцию достаточно близко, ее очень легко заметят и, соответственно, смогут уничтожить. Тем более, это лишние затраты. Можно все делать немножко иначе, это уже все отработано на наших технологиях использования FPV-дрон. Поэтому, в принципе, тут достаточно просто где-то поблизости с передовой расположить специалистов, которые, да, будут чисто обслуживать эту платформу, а дальше уже полным ходом использовать. Так, я так понимаю, что, итак, сейчас предприятие Олега получило грант от Brave-1, да, то есть это конкурс или, условно, сервис Минцифры, да, который направлен на масштабирование проектов, связанных с военными технологиями. И я так понимаю, что первым этапом является доработка именно изделия и сдача этого изделия в двух экземплярах. Это в два разных экземпляра, или это, я имею в виду, это турель, вака, сапер, как бы, что это, как это происходит? Это будут две турели. Но на самом деле мы же предполагаем, ну, она не очень быстрая, но, по крайней мере,
можно сделать из турели, просто снимается блок турели, остается платформа, ставятся бортики, и она превращается в транспортную или платформу для эвакуации. Супер. То есть изначально это будут две турели. Сейчас пока не могу сказать, будут это абсолютно одинаковые две турели, или будут, вот возвращаясь к вопросу о проблемах, возможно, они будут с разными радиоканалами, с разным видеоканалом. Это те вопросы, которые мы должны решить вот при создании этих двух образцов. То есть с учетом тех ошибок, которые мы получили на первом опытном образце, мы его успешно ломали уже несколько раз. Соответственно, с учетом этих ошибок мы должны сделать вот эти два, которые уже планируем передать в эксплуатацию в реальных условиях. Я так понимаю, для того, чтобы вообще масштабирование состоялось, технология должна быть полностью передана в боевые условия. В боевых условиях она должна проверить какой-то протокол, наверное, выполнить, да, то есть как бы те или иные испытания пройти. И только после этого что должно произойти? Как Министерство обороны или как Минцифры, как государственные структуры должны отправить изделия в масштабирование? Государственные структуры или Министерство обороны имеет право заключать с нами контракт только если наши изделия отримало дозвіл на використання у ЗСУ. Uh-huh. Есть определенная процедура, которая на сегодняшний день достаточно была упрощена нашим правительством, но для нашего небольшого коллектива она все-таки остается достаточно длинной и затратной по времени. Но не получив этот дозвел, мы не сможем напрямую подписывать контракты с Минобороны. То есть наши изделия в таком случае возможно только при спонсировании на волонтерские деньги или меценаты, или каким-то другим образом. А Минцифры со своей стороны, вот эта команда Brave 1, они сопровождают документальный процесс или им все равно? То есть они как бы выдали деньги и дальше они, в общем-то, не ведут вас, что называется? Нет, у них с их стороны достаточно подробные консультации. У них есть люди, которые просто периодически звонят, спрашивают, какие проблемы, чем нужно помочь. Но в любом случае есть достаточно большой кусок работы, который должны сделать только разработчики. Минцифры не сможет ни провести испытания, ни выпустить конструкторскую документацию и прочие сопроводительные документы. Это все в любом случае ложится на разработчиков. В этом, собственно, и проблема. Если бы у нас было большое предприятие, большое количество специалистов, да, то можно было бы выделить часть персонала для решения этих проблем. Поскольку мы очень маленький коллектив, мы можем двигаться только так, как мы двигаемся. Нам нужно довести вот эти образцы до более-менее состояния, когда мы уже можем запускать их в небольшую серию. И после этого либо искать спонсора, либо проходить испытания. Так, проходить испытания. Вот чтобы да, Юрий. Я бы хотел отметить, что, ну, на мой взгляд, проблема тут, и можно поднять как бы планку, она еще шире, в том, что, в принципе, армейская вот как бы структура, она всегда очень такая ригидная, ее тяжело меняется, и так или иначе, вот просто если смотреть на реальность, мы же видим, как появляются разные предприятия, разные конструкторские бюро, инициативы, и они больше напоминают нам, ну, некоторое коммерческое производство, которым они в идеале, как мне кажется, и должны по итогу стать. Пускай они будут прибыльными. Мы так или иначе, Минобороны закупают эти вещи, пусть она закупает у нас. Пусть она, ну, и это первое, да, то есть второй момент. Такие вещи, вот типа технологических стартапов, ключевое в них не является там какой-то прототип. Ну, вот они говорят, что мы вам разрешим, вы сделаете прототип, мы вам на него дадим деньги. Ключевым здесь является все-таки команда.
если есть команда, тут, конечно, вопрос, каким образом именно инвестировать в команду, но это не кусочек хлеба, который вот ты сделал, испек и можешь продать, пожалуйста. Нет, мы, когда, ну, когда туда входят деньги, они отдаются на, ну, на development непосредственный. И это тоже важно понимать, что если мы будем платить только за некоторые, то есть мы существенно срезаем порог входа, если мы платим уже за готовый результат, и мы не получим таким образом действительно настоящего технологического подъема и ну, разных производителей. И третье, вообще должна быть, конечно, какая-то площадка, которая объединяет технологические решения, которая не ограничены авторским правом и всем прочим, которое ну, разрешено использовать. У нас на самом деле ситуация такая, что нам бы уже разрешить как бы вскрыть баночки как бы с нашими идеями и разрешить их использовать на благо государства. Для СМЕР, да, ну, деньги деньгами, авторское право авторским правом, но, например, идеями Олега, если они будут задействованы в каком-то другом дроне, они будут спасать жизни. Вот сейчас именно та ситуация, когда это было бы, мне кажется, актуальным. Нам нужно именно создавать условия для того, чтобы такие инициативы, они получали поддержку и максимально, ну, про бюрократию мы все знаем, я не знаю, стоит ли это добавлять. Вот Алексей рассказывал, что ему нужно сфотографировать несколько, ну, не сфотографировать, ему нужно для покупки какой-то детали за этот грант, если я верно понял, предоставить доказательства того, что он выбрал оптимальную цену среди двух там каких-то да, ну, ну, это не всегда возможно, и вообще эти требования, они устаревают. Вот. Но я правильно понимаю, да. По большому счету ситуация выглядит таким образом. Алексей, как командир взвода БПЛА 60-й бригады, инициирует встречу с конструктором, то есть у него есть идеи, связанные с тем, как разработать те или иные технологические средства для того, чтобы упростить жизнь своим побратимам и улучшить как бы, эффективность применения огневых средств, ну и в том числе технических средств для того, чтобы улучшить, собственно говоря, результаты собственно, бригады. Алексей инициирует встречу, находит Олега, конструктора, как бы, который непосредственно вот здесь, в тылу, занимается и может заниматься тем, что он изготавливает в том числе инженерные вот такие технические средства. Олег это делает. И потом идет с этими изделиями в государство, как бы, которое должно ему ну, помочь. То есть, по большому счету, это же ведь инициатива военных, да? То есть, это ваша инициатива, Алексей, в первую очередь. Я правильно понимаю? То есть, это как бы вы проявили инициативу, да? И вы вот сейчас стоите, по большому счету, мало того, что вы прошли как бы такой большой путь, ну, да, как бы грант получен, какие-то деньги получены, какие-то консультации оказываются, но по большому счету весь документальный процесс оформления, он настолько, хоть и упрощен, но все равно остается настолько сложным, что как это все масштабировать и как можно обеспечить себя такими, ну, такими средствами, которые нужны, по большому счету все стоит, вы уперлись в стену и как бы сдвинуть ее не представляется возможным быстро. Нет, на самом деле, в принципе, это можно было бы достаточно быстро сдвинуть, если бы со стороны государства были не только гранты, а и конкретная техническая помощь и специалисты. Если, грубо говоря, представители государства, там условно какая-то комиссия, выбирала приоритетные проекты вот, на подобие подобных вот именно роботизированных комплексов, и помогала бы команде разработчикам не только условно консультациями, но и конкретно специалистами, то бишь у вас нету специалиста по радиосвязи, держите, этот человек будет с вами работать до конечного результата, до уже готового прототипа, который будет испытываться. И только в том случае, когда работа будет закончена, специалист отходит дальше государству работать на других проектах. У вас нет людей, которые будут заниматься сопровождением юридическим. Мы выделяем вам людей, которые будут работать только с вами, помогать вам, для того, чтобы как можно быстрее это все внедрить, и чтобы мы, непосредственно боевые подразделения, могли это как можно скорее использовать. Потому что деньги деньгами, но сколько бы вот сейчас, я больше чем уверен, Олегу не дайте денег, на скорость разработки это сильно не скажется, потому что специалистов как не было, так и нет. И вот то, что вот сейчас уже организовываются хакатоны, что государство, Министерство цифровой трансформации пытается собрать всех специалистов страны для того, чтобы вместе консолидированно обсуждать и либо внедрять какие-то новые решения,
подобные вещи должны быть не каким-то событием года, а должны быть регулярными. Ежедневно. В этом случае, вот, ну, чуть ли не на уровне обычной сходки, а-ля, дорогие друзья, у нас есть насущные проблемы, давайте сейчас быстро соберемся, это все обсудим. Когда люди, инженеры подобные, которые, можно сказать, условно выходцы из гаражей, потому что это можно все назвать гаражным производством. Да. Когда эти люди будут четко знать, куда они смогут обратиться за вопросами, на которых им дадут конкретные ответы другие специалисты, вот тогда, в принципе, это будет дано ход. Потому что еще буквально недавно я заезжал в другое подразделение, там подобные изделия, в принципе, везде один и тот же, но сделаны на вот совершенно простом уровне из подручных средств и ПАО. И главное, вот оно ездит, оно ребятам помогает, и это важно. Но проблемы остаются все так же. Вот они на своем уровне техническом, что смогли сделать, они это сделали. А дальше, соответственно, никакого развития нет и быть не может, потому что все упирается вот именно в людей, специалистов. И если бы помимо грантов была конкретная группа специалистов, которые бы не занимались всем подряд, а вот так вот отряжались на приоритетные проекты, я больше чем уверен, мы бы достигли куда большего и быстрого результата. Супер. Так, Юра, ты хотел сказать что-то, добавить? На самом деле, каждое подразделение, в принципе, вот в плане обмена мыслями, ну, оно довольно изолировано. Вот посмотрите вот сейчас на этот проект, да, он же финансировался, ну, в самом своем начале, по большому счету, на деньги военнослужащих. Это инициатива военнослужащих. А кому они могут обратиться еще? Они варятся, крутятся, мы также просто смотрим на какие-то альтернативы по рынку, и нет платформы, где, опять же, можно посоветоваться, ну, с другими такими же инженерами из других подразделений, обменяться опытом. Мне кажется, это тоже очень важно было бы. Ну, вот это то, что я хотел. То, что вот, в принципе, на самом деле, бригады, батальоны, они весьма обособленные такие, как бы, сообщества. И это неправильно. Потому что, ну, обмен должен быть постоянной информацией, способом ведения войны, технологиями. Вот, ну, это принципиальный вопрос. Другой специалист, вот Revenge, который я, Олега, с ним знакомил, он тоже производит наземные дроны. Вот ему, например, понадобилось порезать на, ну, лазерное алюминие 5-миллиметрового. Он в своей Львовской области этого найти не может. Он просто спрашивает, ищет, у кого бы это сделать, да? Ну вот, и опять же, это сарафанное радио, кто где как найдет. Во время войны, когда, ну, это же, понимаете, это немного не тот уровень. Как бы, на 100%. Война должна понемножку перебираться из уровня, как бы, противостояния ЖКО-парикмахерская на, ну, немного более высокий уровень. 100%. Олег, да. Да, я по поводу вот... Как должно функционировать. Как должно функционировать. И я не могу сказать, правильно это или неправильно, я просто могу привести пример. Мы познакомились с одним очень интересным конструкторским коллективом в Полтавской области. Значит, у них работа поставлена следующим образом. Есть предприятие, достаточно богатое предприятие, с очень адекватным директором, который просто финансирует конструкторскую группу. То есть у них есть маленькое КБ. Они именно КБ. И у этого предприятия есть свое производство, достаточно большое. И вот мы сейчас общаемся с этими ребятами, и, кстати сказать, на уровне обмена идей в том числе. Так вот, эти ребята, они сделали уже достаточно много образцов этой самой техники. Это эффективно, очень эффективно. То есть человек вкладывает деньги в конструкторское бюро отдает в его же производство эти изделия, которые сопровождаются этими же конструкторами. Да? И эти изделия, у них достаточно много очень интересных изделий, которые реально уже прошли реальные испытания на нуле. Но у них нет ни копейки государственных денег. Если это вот работает эффективно, просто человек построил так работу.
Да, потому что вот государственные деньги, в чем их особенность? Государственные деньги, по сути, это медленные деньги. И они медленно, да. И в этом плане волонтерское финансирование, ну, оно на порядке более, ну, если у тебя есть некоторый авторитет, некоторое доверие к тебе, оно на порядке более быстрое и эффективное. Вот как бы, безусловно. И вот смотрите, я считаю, что должна меняться вообще вот взгляд на то, что вот на войне нельзя зарабатывать и не надо зарабатывать. Зарабатывать просто должны не те и по-другому. Вот пускай инженер может хорошо обеспечить свою семью, пускай у него большая цена на его изделия, но пускай эта тема развивается, как бы коммерциализируется. Я бы выступал за то, чтобы эти вещи работали. Если у нас вышло, что у нас рыночная экономика, и она тяжело переводится на военные рельсы, и как бы перейти непосредственно к какому-то такому, как там, ну вот, производство военного положения нам не удается. Ну, давайте иметь дело с тем, что есть. Пускай это будет прибыльное предприятие, пускай мы, не знаю, при помощи акций в них будем вкладываться, пускай, а потом это будет прибыльно отдаваться, пускай это будет частное вложение. Потому что вот даже сейчас у Олега есть деньги, ими воспользоваться не так-то просто. Ну, да, нормально, ну, это возможно, но не так-то просто. Другое дело, это не какие-то вложения, какие-то инвестиции. Ну ладно, пускай это будет в дальнейшем там процент с прибыли, но это совершенно другие на самом деле деньги, которые более подходят в данный момент под, ну, под вот такие девелоперские производства. Ну, я хочу сразу, Юра, я хочу сразу докинуть как бы сюда. Но на самом деле, во-первых, то, что касается государства и медленных денег. Ну, я сходу могу назвать, наверное, десяток всяких разных случаев, когда этому государству сильно надо, и людям, которые наверху принимают, ну, как бы, люди, которые принимают решения, да? Люди, которые заинтересованы и имеют право подписи и принятия решений, как бы они это делают, то очень быстро находятся деньги на все. Вот все то, что как бы конкретно касается первоочередных интересов. Ну, давайте даже вспомним элементарные вопросы. Как бы мы же ведь все понимаем, когда стихийное бедствие, да, то, например, собираются очень быстро чиновники на какие-то неотложные совещания, да, там на заседание Кабмина, очень быстро голосуют, очень быстро деньги как бы направляют. Ну, даже вот банально 24 января, февраля, вспомните, да, это уже, ну, небо и земля. Вот это стихийное бедствие, о котором вы говорите, да, да, быстрое, да, принятие решений, да, как бы, ну, это вот оно и есть. Нам нужно, да. Мы почему-то забыли, что мы находимся в этом режиме, вот. Но нам надо бы это уже вспоминать заново, да. Поэтому проблема заключается не в том, что государственные деньги медленные, а проблема заключается в том, что чиновники медленные. Это деньги, они же сами по себе, они не являются медленными. Можно просто найти десяток, дело в том, что их использовать. Да. Я понимаю, но это же получается... Вернутизация процесса, как бы, лишние, ну, опять же... Это, смотри, все это говорит только о том, что это сделали, ну, как бы, сознательно. Если да, что-то... это не для людей, да. Короче, вот эта система, если, она, короче, если что-то, не для людей. Если что-то происходит медленно, это в этом, как бы, есть определенный интерес. Значит, как бы, все отправлено по длинному кругу. Значит, нету интереса взять лучшие изделия и, как бы, сделать их быстро масштабируемыми. Нету интереса взять хорошее изделие, довести его быстро до ума и поставить его на конвейер. Есть какой-то иной интерес, о нем можно говорить в конспирологических наших теориях, но мы не будем, потому что вы же серьезные люди все, и вам есть чем заниматься. Ну, вопрос только в том, что понятно, что чиновники, как бы, если заинтересованы, у них все очень быстро получается. Если есть команда на зеленый свет, все идет достаточно быстро. Значит, этой команды нету, поэтому можем только отправить привет, и куда мы с вами, в общем-то, все это и делаем. Тут еще... Я скажу больше, вот давайте. По процедуре, я перебью сразу, по процедуре вот этого самого гранта, по поводу, насколько просто или непросто тратить эти деньги. У них изначально процедура вот этих самых минимум трех коммерческих предложений, да, из которых ты должен выбрать, раньше она у них была проще. Теперь они ее усложнили.
То есть я тоже не понимаю вот этих вещей. Да, я согласен на 100%, просто чиновники не заинтересованы. Вот есть процедура, им так проще, и они не хотят ничего менять. Их не интересуют проблемы чьи-то, тех же самых разработчиков или производителей. Тут я согласен на 100%. Еще одна ремарочка по поводу прибыли. Говори, говори. По поводу прибыли. Вот то, что Юра говорил, да, пусть эти предприятия будут прибыльными, ну, которые занимаются разработкой, которые выпуском вот этой вот самой техники. Прибыль – это тоже весьма условная вещь. Предприятие, вот, например, мы, да, если получаем деньги от, ну, верхушку, например, какую-то, от продажи своего изделия, очень большой вероятности вот эти деньги в конструкторских коллективах адекватных, они запускаются опять в разработку. То есть эти деньги, они не раскладываются по карманам, они вкладываются в будущие разработки. Вот у нас сейчас есть, мы вот разговаривали и с Юрой, переписывались по этому поводу. У нас есть достаточное количество идей, каким образом можно еще модифицировать наши изделия. Но на сегодняшний день мы решаем другие проблемы. Нам нужно устранить те проблемы, которые возникли. А вот все остальное – это время и деньги, я согласен. Я бы еще хотел добавить, что это более глобальная тоже проблема. У меня всегда тянет, короче, это все обобщить. Мы вот находимся в ситуации, вот почему, откуда эти бумаги? Мы, у нас недоверие, как бы, вот мы, если не, у нас замкнутый цикл недоверия. Я не дам ему деньги, у нас будет строгая отчетность, вдруг он потратит, не туда и все в этом роде. Ну, мы на самом деле настолько уже себе этим недоверием и подозрением каждого мешаем себе, просто ставим палки в колеса, что мы скоро не сможем двигаться вперед в принципе. Это просто палки в колеса постоянные. То есть, мне кажется, сама концепция как бы вот того, что мы не доверяем конструктору, мы не доверяем, ну, она гораздо более убыточная, военнослужащим мы не доверяем, она гораздо более убыточная. И причем все эти механизмы, они же на самом деле, ну, люди, у которых есть желание, они обходятся, ну, они не являются, ну, стопроцентным предохранителем от коррупции какой-то. Нет, это немного не так работает. То есть мы что видим, какие доказательства того, что доверие работает? Это непосредственно, вот когда нам дают волонтеры деньги, и мы показываем, что мы делаем, даже в свободной форме иногда отчеты, это происходит, ну, эти циклы происходят обеспечение чем-либо, они происходят очень быстро, они происходят эффективно. И вот что я вспоминал 24 число, оно же тогда так и было. Это было, это работало, и многие бюрократические как бы перепоны, они тогда не имели такого веса. Это возможно. Доверять людям, доверять военнослужащим, своей армии, конструкторам, это возможно. И потом, в принципе, это так, то же самое может быть, ну, это, в принципе, легко отследить. Вот вся эта бюрократия, она, ну, она имеет какой-то характер. Ну, она уже не имеет физического смысла, я бы сказал. У нас сам концепт недоверия человека к человеку, он душит нас. И поэтому вот от этого и рождаются вот такие медленные деньги и прочее. Короче, ну, за бумажки в армии, я думаю, все уже наслышаны. Да, смотри, я просто хочу сказать, что это не имеет смысла, только в одном случае имеет смысл, если это интерес врага. Ну, например, как бы. Второй еще есть интерес, это коррупционный интерес, связанный с тем, что лучше мы закупим у кого-то там в мире с большим откатом, чем мы будем кому-то здесь, в Украине, давать чего-то производить, зарабатывать. Не дай бог, действительно, еще человек разбогатеет. Это куда такое вообще снилось? Не могу вам с вами тут согласиться, честно говоря. Я не уверен, что здесь всегда есть какой-то злой умысел, ну, потому что многие глупые вещи, их можно обеспечить, ну, объяснить, мне кажется, просто исторически и какой-то глупостью банально. Ну, потому что нужна определенная рамка, чтобы принимать такие, ну, не рамка, а определенное мировоззрение, которое позволяет тебе видеть возможность, короче, жизни без этого. Ну, а таких людей, в общем-то, и нет, которые понимают, как оно может быть вообще по-другому.
Да, я просто хотел бы напомнить, смотри, Юр, я без критики, но смотри, по поводу акций ты сказал, да, вот, ну, у нас, мы же все знаем, что у нас очень легко через Дию купить акции, например, не акции, а облигации военные для банков, да, которые уже там на втором году войны, как бы, то все сказали, что это же схема для того, чтобы банки просто зарабатывали деньги, то есть все. Там в Дие почему-то нету возможности купить акции вашего предприятия. То есть Олег не может, Олег не может почему-то взять сейчас, как бы, да, вот дали ему грант от Дии, да. Ну, по сути, давайте так, Минцифра это Дия. Да, да. Минцифра дает грант, как бы, Олегу. Олег мало того, чтобы потратить эти деньги, может, с большими проблемами. То есть ему надо оформить вот такую кипу документов, как бы. Я не знаю, куда. Давайте сейчас он еще расскажет. Очень большая просьба, куда же эти документы оформляются и что там за проблемы, как бы, с авторскими правами, может быть, еще. То есть, но проблема в том, что я бы выступал тоже за то, чтобы вот ваша артель, как бы, имела возможность там доступа к производственным помещениям, которые полностью подключены к электроэнергии, которые, в которых можно прийти и работать, в которых можно прийти и масштабировать свое изделие, где находятся те же самые сотрудники, которые могут дополнить компетенциями, экспертизой вашу команду. Потому что понятно, что есть гаражное производство, а есть законы конвейера. Как бы, и нужно для того, чтобы в конвейерное производство что-то поставить, нужно какие-то там вещи оптимизировать. И наверняка там вы этого знать не обязаны. Вы разработчики, вы придумали идею, реализовали идею, дали ее в конвейер. Дальше этим занимаются, ну, ваши, может быть, при вашем участии, при участии ваших специалистов. Как бы, соответственно, уже люди на конвейере, а вы занимаетесь тем, что вы совершенствуете собственную модель или совершенствуете линейку собственной модели. Вы правильно говорите, вот где, просто где способствование? Вот где, где способствование Олегу? Почему он должен, или, ну, он или кто-то искать, там, бегать по городу, по области, по всей стране, какой-то отдельный агрегат для того, чтобы для производства или вызвать каким-то определенным образом эти запчасти? Ну, где хотя бы какое-то обоснование. Вот, человек живой, есть уже почти готовый продукт. Просто где способствование? Алло, ну, вот. Да, и самое главное, что я хотел сказать, и где же его окошко в Дии, куда можно нажать кнопочку и купить его акцию, как бы вложить денежку в его предприятие? Да, потому что, может, это очень прибыльно. Понимаешь, может, это очень прибыльно бы оказалось бы, это было бы выгодно для государства, вот даже выгодно для Олега. Я бы с радостью... У нас, нам кидают неплохие донаты, да, на которые мы немало уже сделали чего в батальоне, немало. Я не против, чтобы за эти донаты мы могли отблагодарить когда-то людей. Акциями, да. Или акциями, да, акция это вообще, ну, это тема. Типа, ну, есть же, да, какие-то кикстартеры, бумстартеры, где платформа, каким образом мы можем продвинуть наши технологические предприятия, чтобы люди могли вложить туда деньги, не просто отдать, а вложить туда деньги в непосредственное конкретное предприятие, не куда-то на помощь ЗСУ, а вот непосредственное предприятие, которое нам нравится, которому мы доверяем. Вот. Да. То есть вот пока этой экосистемы нету, пока нету такого приложения или таких возможностей, или таких производственных площадей, и самое главное даже, наверное, как бы кооперации ваших всех технических групп в ЗСУ, потому что, ну, у меня тоже в личке постоянно, как бы, есть целый ряд писем, это, Юра, ты первый настоял на том, чтобы мы, как бы, вынесли такую дискуссию в публичное пространство, ты видишь ее применение, как бы. А есть люди, которые, ну, просто пишут, вот у меня есть такая идея, у меня есть там такой там проект БПЛА или такой-то еще идея. Вот что мне делать? Вот я служу в ЗСУ, куда мне с этим, как бы, идти? И, честно говоря, ну, мне его, кроме как связать с такими, как вы, или, ну, вот там Илья Шполянский у нас был в эфире, я знаю, что он собирает дроны, его подразделение, ну, этим вот занимается. Да, как бы, и у меня, мне больше даже не с кем его сконтактировать, по большому счету. И я понимаю, дальше Илья тоже конечен. То есть у него тоже модель его деятельности упирается в то, что давайте, как бы, наверное, за счет донатов, как бы, мы чего-то поразрабатываем. Вот, вот и все. Да, ну, ну, эти люди, вот все, что вы называете, и идеи, и специалисты, вот они все нам нужны. Я вот им прямо вот здесь говорю, вы все нам нужны, специалисты. Вы можете идти в ЗСУ, вы можете общаться с нами в частном порядке, вы можете, ну, как угодно. Я, ну, в данный момент, к сожалению, вы знаете, что перевод – это, как бы, не совсем легко. Надеюсь, что когда-то что-то в этом плане изменится. Хорошо, в частном порядке мы общаемся, мы консультации, вы хотите помочь деньгами, вы хотите помочь инструментами.
вот мы здесь, там оставьте где-то наши контакты, мы готовы выходить на связь, я готов выходить на связь, как бы все это соединять. Потому что вот кадровый вопрос, он сейчас очень актуален. Юр, присылайте, пожалуйста, контакты, там, я не знаю, или карточки, или куда-то монобанки, чтобы мы разместили это все. Речь о споре не идет, он пойдет чуть дальше, да, но в данный момент, я же говорю, вот мы вышли в эфир, мы сейчас определяем рамку, нашу проблематику, нам нужны люди, да, с которыми можно в этом плане посоветоваться, нам нужны средства производства, и так далее. Нам нужна помощь юридическая в этом плане. Все, что нужно предприятию оборонному, нам нужно. Потому что это собирается на коленке в ИРЖ. Ну, по существу. Вот. И вообще вопрос БПЛА, он очень широкий. Это не единственное, вы как понимаете, это не единственный тип БПЛА, не единственный способ применения, то, что мы с вами обсуждали. Я думаю, Леша больше расскажет, что он думает о дальнейших перспективах, как бы, в принципе. Ну, то есть тема долгая, и она без вовлечения, без социального какого-то резонанса, без, блин, того, чтобы людям это было интересно, она не работает. Да, структуры вот наши ригидные, наши очень такие закорузлые структуры, они же не способны обеспечить. То есть вот это, что Залужный сказал в своей статье, это не просто какая-то статья, это факт, который мы сейчас видим на поле боя. Мы это тоже мы непосредственно видим. И это, ну... Это проблема, которую нужно ставить перед собой и решать перед обществом. Вот мы ее ставим. Типа, давайте поддерживать, давайте увеличивать технологичность общества. Давайте, я за. Расскажите, давайте вот детально пройдемся по тому, что нужно оформить и каких специалистов конкретно не хватает для того, чтобы мы могли просто даже в порядке нашего эфира, для того, чтобы те, кто нас смотрит, чтобы они могли просто выйти с нами на связь под этот эфир или написать в личку мне, вам, в любые как бы контакты, и для того, чтобы можно было попробовать присоединиться к вашей команде, помочь вам в волонтерском как бы исполнении. Самая главная проблема у нас сейчас – это отсутствие специалиста по радиоканалу. Угу. То есть связь оператора с нашим устройством через ретранслятор. Это обязательное условие, потому что мы уже это обговорили. На борту у нас, я еще раз повторюсь, на самой тележке находятся микроконтроллеры, которые обрабатывают сигналы, которые туда вот этот самый радиоканал должен доставить. Ну и оттуда забрать там, телеметрию и прочее. Угу. Вот этого специалиста у нас нет, поэтому мы каким-то образом сделали связь с нашим устройством, но развития там пока я не вижу, а ни для кого не секрет сейчас, что именно вот эта часть, она очень сильно меняется на фронте. Количество РЭП, уход на другие частоты, на другие алгоритмы работы и прочее, прочее. Вот эти все проблемы понятны, но человека, который мог бы их решать для нас, для нашего устройства, у нас нет. Это вот основная проблема, которая у нас на сегодняшний день существует. Угу. Все остальное по юридическому обеспечению, по оформлению документов, вот конструкторские эти документы, что там? Значит, по юридическому сопровождению нас как фирмы и по производственным площадям у нас очень хороший партнер появился, который предоставляет нам своего юриста, предоставляет нам свои производственные площади, когда мы будем готовы, понятное дело, приступить, по крайней мере, к мелкосерийному производству. До мелкосерийного производства еще надо дойти. Даже Олег мне часто говорит сам, что вот я не могу показать людям неготовый продукт, и как я могу на это просить деньги. А мне кажется, это вполне естественный как бы этап, вполне естественный вариант, что вкладываются вот в разработку. Ну, мы не можем вкладываться в то, еще ничего нет, и это нормально. Как бы, иначе мы вообще не имеет смысла ни во что вкладываться. Вот. Конечно, это разные юристы... этапы просто вложений, по большому счету. То есть вложение в разработку – это одна история, вложение в конвейерное производство – это другое. Вложил, а потом ты покупай продукт просто. Ну, что значит вкладываться в продукт? Это покупать продукт. Ну, вот.
И на этом этапе наверняка, ну, Олег, есть, нет, на этом этапе, в принципе, тоже нужны, мы просто смотрим уже вперед на мелкосерийное производство, но на этом этапе тоже нам пригодится любая поддержка, и мы даже еще не уверен, вот мы хотели огласить сбор, с этого начался наш с вами диалог, Николай. И, но вот так как есть грант, так как есть вероятность, что нам удастся, нам Олег поставит как бы бесплатно. У меня давайте два крайних вопроса. Олег, а почему не получается пользоваться деньгами грантов? А, я не говорю, что не получается. Просто какие проблемы там есть в использовании? Процедура, она просто длинная получается. То есть у нас вот есть кошторис, да, в котором все комплектующие записаны, которые мы должны купить. Понятное дело, что в таком изделии не может быть этих комплектующих 3 штучки или там 5 штучек. Там достаточно длинный получается этот кошторис. Так обычно работает нормальный человек. Заходит в интернет, находит информацию, обзванивает, выбирает самый дешевый, покупает, соответственно, делает. Ну, мы, собственно, по этому пути и шли. Ничего сложного вроде бы нет. Как это происходит? Все на деньги гранта. Я должен у трех, минимум трех продавцов взять торговое предложение, коммерческое предложение, на их бланке с подписью, с печатью. После этого из них я должен выбрать самое оптимальное, заключить с этим продавцом договор, он мне выставляет счет, я ему пишу доверенность, после этого он мне выписывает накладную, после того, как все это произошло. Итак, вот эта вот процедура по всем пунктам вот этого самого кошториса. Причем здесь есть очень простой момент, я уже с этим сталкивался, даже когда вот мы просто за свои деньги тогда собирали вот этот первый экземпляр. Я звоню человеку и говорю, расскажите мне, пожалуйста, о там, своем полетном контроллере, например, грубо говоря. Он говорит, я ничего вам рассказывать не буду, у нас есть сайт, заходите, вам интересно, покупайте, не интересно, не покупайте. Все. То есть я не уверен, что я соберу вот эти быстро все эти коммерческие предложения по достаточно большому вот этому списку со своего кошториса. Какая у вас номенклатура? Какая номенклатура у вас вообще получается? То есть какое количество в списке вам нужно сделать закупок? Ну, там где-то на 3 листика у меня получается. Я не могу сказать по пунктам сколько. Ну, то есть это где-то около сотни комплектующих, да, получается? Ну, не сотня, меньше там где-то, ну, где-то больше 50 точно. И каждую вам потом нужно там провести... Потом есть некоторые вещи, которые я могу... То есть и каждую вам нужно провести по закупке через тендера, как бы, да? Получается. Такие. Мини-тендер такой, совершенно точно, да. Плюс есть такие вещи, которые я не могу купить здесь в Украине. Да? Мне ребята, мои знакомые, присылают из Чехии. Покупают что-то у китайцев, покупают что-то там в европейских фирмах. Я не могу подписать ни с Алиэкспрессом, ни с европейской фирмой, ни договор, ничего остального. То есть я либо их вытащу все равно из своего кармана куплю, эти комплектующие, либо мне нужно будет там придумать какую-то схему. Ну, там, я не знаю, открыть ФОП, этот ФОП где-то выставить, или три ФОПа, да, говорится, чтобы они выставили какие-то там левые цены, а я выбрал лучшую у него. Ну, то есть это вот кривая процедура, которая просто мешает работе. Мы еще не приступали к трате денег гранта, мы пока тратим деньги свои, ну, для того, чтобы вот этот первый образец с доработками, для того, чтобы его выпустить максимально. Я понял, да. А когда вы получили грант, считается? То есть, когда принято решение, что грант ваш? Это было в конце декабря, там где-то 26-го, 27-го. Ну, то есть, не так-то и давно, по большому счету, там месяц. Да, большому. Да. Да, хорошо. Добро, Алексей, вы вернулись, к вам вопрос тот же самый. Расскажите нам про будущее, куда мы идем в нашей войне, да и вообще в нашем будущем технологическом. Я-то, в принципе, понимаю, куда мы идем частично. Мне кажется, что роботизация, искусственный интеллект, это вот эти системы мониторинга, которые за вашей спиной как бы ярко показывают, чем вы занимаетесь и куда мы идем. Вот. Ну, обрисуйте, вы идеолог этих изделий. Интересен ваш взгляд. Ну, что касательно искусственного интеллекта, я думаю, до этого еще очень далеко. Сейчас есть все более простые вещи, которые называются машинным зрением.
понемногу внедряются. В целом, ну, сейчас не просто так говорится, что самое эффективное вложение каждой копейки и гривны – это именно в беспилотные средства, потому что так и есть. С учетом ограниченности человеческих ресурсов, мы вынуждены, в любом случае обязаны прийти к тому, что будем заменять по большей части использование боевых средств и транспорта и беспилотными средствами. Даже сейчас можно смотреть на активное развитие отрасли FPV-дронов, что еще буквально год назад про это только начинали говорить и некоторые делать, а сейчас это уже внедряется повсеместно, потому что уже результат виден налицо напрямую. Один FPV-дрон, он по военным меркам стоит абсолютнейшие копейки. Вот тот же самый снаряд трех семерок артиллерии, который мы отрабатываем по противнику, которые ежесуточно, например, на направлении уходят просто десятками, если не сотнями. Один такой снаряд стоит как 6-8 FPV-дронов. А между прочим, 6-8 FPV-дронов – это достаточно большое количество, которое способно достаточно уверенно остановить любой прорыв противника на технике. А если еще и таким количеством дальше, например, освещать путь нашей пехоты, либо прикрывать, ну, то есть результат на порядок эффективнее. Единственное, что мы упираемся, это только в возможности производства. Точнее, у нас производства нет, это крупнозовая сборка. Те же самые наземные дроны, как сейчас, по части эвакуации, по части разминирования, по части огневых средств. Потому что то же самое тяжелое вооружение, которое используется боевыми подразделениями, оно никогда не стоит на первой линии обороны, просто элементарно, человеческий фактор. В случае наката вражеской пехоты либо техники, никто не будет думать о том, чтобы спасти какой-то тяжеленный станковый пулемет либо противотанковую ракетную установку. Все это находится уже ближе ко второй линии обороны, нежели первой. А использование беспилотных средств как раз-таки открывает ключ к возможностям это использовать там, где это необходимо, а не там, где была бы та человеческая возможность. Соответственно, во что мы дальше будем развиваться, это все большее применение беспилотных средств, это применение машинного зрения. Уже вот прямо сейчас мы со стороны противника, и в том числе и с нашей стороны есть разработки, когда пилоты тех же самых FPV-дронов подлетают, находят цель и дают команду на автозахват этой цели, и дальнейшее конечное поражение этой цели дрона уже происходит полностью автоматически. В том числе он способен следовать за этой движущейся целью и ее поражать. Выходит, что еще буквально, я думаю, год-полтора, и мы столкнемся с новым витком развития ударных дронов, когда они действительно будут чуть ли не роем летать и просто поражать цели согласно запрограммированной, ну, согласно тому, что в них запрограммировано, заложено. И тут уже средства РЭП будут бессильные, необходимо будет придумывать новые какие-то эффективные методы для того, чтобы такому противостоять. Потому что дрон, летающий обособленно, ему не нужен ни оператор, ему не нужна ни связь с базовой станцией, он просто уже нашел цель и самостоятельно за ней следует. Вот за этим, в принципе, и будущее. За наземными дронами, которые способны будут самостоятельно распознавать препятствия и выбирать оптимальный маршрут для того, чтобы минимизировать участие человека. И таким образом мы, в принципе, сможем налаживать логистику, в том числе и на самую передовую, как по боеприпасам, снаряжению, так и по эвакуации наших раненых ребят, которых теперь на порядок можно будет быстрее эвакуировать. Вот примерно так. Я супер. Еще добавил бы, что вот, вот про это машинное зрение, но оно же, если на дроне будет установлена технология машинного зрения, ну или мы его так называем, то есть когда дрон выбирает цель и может сам к ней направляться, то это повышает порог входа вообще в операторы дрона, то есть уменьшает необходимый порог квалификации для этого. Это значит, что у нас будет больше операторов. Вот. Во-вторых, есть труднодоступные места, то есть мы понимаем, что есть наземный дрон, который там может стрелять с полтора километров, хорошо метко стреляет, находиться там, где не может человек, это супер, но как бы дальнейшее развитие дронов, оно может пойти туда, что будут дронами зачищаться туннели, доставляться взрывчатые вещества, это то, куда сейчас надо уделять внимание. Потому что, по сути, мы уже нашли точку инвестирования.
Вот и когда мы говорим о, ну и поле плюс-минус обе стороны это понимают. Сейчас идет гонка. Плюс ночное зрение, ну это принципиальный момент. Дроны с ночным зрением у нас уже появляются на фронте, да, и с той, и с другой стороны. Соответственно, будет иметь большое преимущество, хотя они и дороже. Ну, то есть это я не знаю, но, кстати, вот могут ли наши отечественные разработчики, они вот нам помочь в этом, в производстве ПО, плат, как бы вот этой всей инфраструктуры, чтобы, ну, машинного зрения, вообще, каким образом это занимается. Я слышал, что это, типа, на уровне лучших умов страны, да, должно происходить. Но, как бы, лучшие умы страны, они, мы, ну, на самом деле, мне кажется, мы их еще не знаем, они появятся, когда люди начнут этим заниматься, и мы тогда, это не просто какие-то успешные мужики, которые вот там он был в шоу-бизнесе успешен, там он сделал какой-то комбайн классный. Нет, они появятся под непосредственную задачу, когда мы начнем вот этим заниматься. Вот эти люди, они проявятся. Факт. Олег, я видел несколько раз порывы сказать свои реплики, может быть, ошибаюсь. Ваш взгляд на будущее? По поводу будущего? Да. Здесь я бы разделил на две части вот это самое будущее. Именно для наземных дронов. Потому что мы когда начинали прорабатывать эту тему, мы столкнулись с тем, что даже здесь, в Украине, у нас есть уже достаточно сложные были созданы образцы наземных дронов. Там уже была система распознавания образов, заложена система краевая, то есть программное обеспечение было написано. Но ценник таких дронов, он начинался, по-моему, насколько я помню, от 40 тысяч долларов. Время жизни этого дрона в реальном бою никто сказать не может. Поэтому вот я бы первую часть развития наземных дронов определил как максимально дешевым способом обеспечить выполнение необходимых функций. Зачем дрону, который вообще изначально, вот мы когда с Лешей начинали вот постановку задачи. Мы почему остановились на... Один из вопросов был, почему остановились на калибре 12,7. Потому что 12,7 таскать по полю, перебегать с одной точки и с одной позиции на другую позицию, ну, это такая нелегкая по себе упражнение. С ПКМом, там, ПКТ это легче сделать. А 12,7 это тяжело. А если эта штучка ездит на гусеницах, просто перемещается. Она выполняет функцию, она убирает людей из точки, которая, во-первых, тяжело туда просто носить пулемет, и, во-вторых, как говорил тот же самый Лёша, любая стрельба из крупнокалиберки всегда вызывает очень быстро ответку туда. Поэтому мы не рискуем людьми, и вот эта тележка максимально дешевая, которая просто позволяет выехать, отъехать на те же 200-300 метров, на 500 метров, просто поставить пулемет, пострелять и уехать оттуда, она уже выполняет свою функцию. То есть первая задача, первый путь развития наземных дронов, я считаю, это максимальное удешевление вот этих самых мобильных турелей. В первую очередь, я говорю сейчас о мобильных турелях. Ну и плюс, естественно, эвакуация, плюс транспортные. Второй путь развития, да, я согласен, что мы никуда не уйдем от сложной обработки рельефа, от распознавания образов, от машинного зрения. И этот путь тоже нужно, по крайней мере, держать руку на пульсе. То есть мое видение вот такое развитие. Что касается... Я бы не уходил ни в ту, ни в другую сторону. Угу. Что касается разминирования, Леша говорил неоднократно, Алексей говорил неоднократно, вы не коснулись сейчас, а мне кажется, это важнейший момент тоже. Это важнейший момент, более того, на нас даже выходили саперы, я не знаю, каким образом они там планировали использовать наше устройство, но их интересовало, именно транспортный вариант интересовал, и сколько он может за собой тянуть.
То есть, я так понимаю, это очевидно, вот этот шнур, который взрывается, нужно было где-то протащить и после этого взорвать. Может быть. Сам процесс разминирования, это у нас пока поставлен на паузу, это будущая разработка. Пока я не могу сказать что-нибудь внятное по этому поводу. Платформа для него готова, соображения по манипуляторам, по алгоритмам есть, но для этого нужно плотно поработать непосредственно с саперами, со специалистами, послушать их задачи, потому что я всегда, мы всегда идем конструктора. Я, собственно, представляю конструкторскую группу, я не самый главный конструктор. Мы всегда идем от задачи, это правильно. Никому не нужна игрушка, которую ты покажешь и скажешь, вот она может вот это вот делать. А заказчик скажет, мне это не надо. Когда это идет от заказчика, это более правильный подход. С саперами, с разминированием, я считаю, должно быть то же самое, но мы пока не дошли до этого пункта. Так, Алексей, перебили тебя, не сказали, не дали сказать, что хотел, пожалуйста. Да, на самом деле вопрос инженерного отдела саперного, это достаточно, можно сказать, большая наука. И тот же самый робот-сапер, он может быть разный. Начиная от обычного минного трава, так и вот, как сказал Олег, там, в том числе и вариант с манипуляторами. То есть тут исключительно от постановки задачи все зависит. Когда мы первый раз обратились, вот я обратился к коллегу, тогда у нас был прямой пример, когда наш побратим погиб во время освобождения Харьковской области именно от того, что разминировал, расчищал дороги для продвижения нашей техники и наших сил. Соответственно, там можно использовать максимально простые принципы, и благодаря вроде бы простым решениям точно так же исключить человека. Это все способна делать машина. Когда было контрнаступление, и наша техника массово подрывалась, не только техника, но и пехота на минах, сейчас используются для этого специальные саперные бронемашины, которые ездят впереди, это все расчищают. Ну, вот вопрос, смысл использовать дорогостоящую технику, которая большая, которая легко поражается, если точно такими же средствами, но только меньшими, вот, роботизированными комплексами, можно проводить ту же самую работу. То есть, я думаю, тут все рано или поздно и придет к тому, что да, это будет прямое удешевление. Удешевление любого работы. Это будет исключение человека, в принципе, для того, чтобы не рисковать жизнью бойцов наших. И, соответственно, я думаю, когда подобное применение роботизированных комплексов перестанет быть каким-то уникальным случаем на участок фронта, а обыденным, вот тогда можно будет уверенно сказать, что мы действительно шагнули на агрикультуру. Коллеги, спасибо за выход на связь. Это первый наш выход на связь. Я думаю, что мы будем пытаться делать эти практики, эту платформу как бы выхода на связь системной. И в том числе будем стараться присоединять к вам или в тех или иных конфигурациях другие группы, которые также делают что-то. Мне кажется, вот это то, что, Юра, ты хотел в первую очередь, да, как бы, чтобы можно было координироваться, можно было бы обмениваться мнениями, идеями и так далее. Наверняка не все эти дискуссии будут публичными. Даже эту запись мы порежем, помонтируем, как бы вне зависимости даже от того, что у нас были проблемы технические, потому что, ну, возможно, как бы нужно правильно это покомпоновать и какие-то мнения как бы оставить за скобками, что называется. Поэтому мы призываем других военнослужащих, которые нас слышат, которые с нами на связи, как бы не стесняйтесь, пишите в личке, будем вот так вот делать, будем соединяться. Все. Да. Всем спасибо. Спасибо за эти мнения, спасибо за инициативы. Поддержите группу 60-го батальона, вот эту вот, которая конкретно занимается... Бригады. 60-я прошу бригада. Прощения, бригада, конечно же. 60-го бригада, да. 60-я бригада, которая занимается непосредственно вот этими разработками. Я считаю, что это ваша общая разработка, как бы, поэтому, Юра, от тебя все данные, мы их разместим обязательно под этим интервью, в подписи, под видео. Поэтому все, что как бы непосредственно каждый зритель на это передаст, это будет вот вам на разработке. Мы же от себя, Альфа, мы не касаемся этих денег, поддерживаем сигнал ребят, поддерживаем непосредственно самих ребят. Мне кажется, что инициативы более чем достойны. Сбор будет в будущем. Сейчас мы деньги в данный момент, может быть, чуть-чуть позже
Но да, спасибо, контакты мы отправили, и напоследок хотел бы сказать, что ну, дроны намного дешевле людей. 100%. Намного. 100%. Все, слава Збройним силам, пока-пока. Слава Україні. Слава Україні.